Давайте разбираться, зачем нам косметика с кислотами, что она вообще делает. Отшелушивает верхний слой, раз, выравнивает тон и рельеф, два, помогает при высыпаниях на лице и теле, три. Какие же кислоты бывают в косметике? АХА-кислоты – это все фруктовые кислоты, в том числе гликолевая, молочная, миндальная. У них самый большой размер молекулы, поэтому работают мягко и подходят для чувствительной кожи. Кислоты подходят практически всем для работы с пигментными пятнами, морщинками, неровным рельефом, гиперкератозом и просто для сухой кожи. Следующее – это BHA-кислоты, это салициловая кислота. Она эффективно очищает поры, снижает жирность кожи, обладает антибактериальным эффектом. Но у нее очень высокая раздражающая способность, и это надо учитывать. Эта кислота нужна проблемной, жирной коже, коже с акне. Следующая кислота – это LHA. Это производная салицилки, но она имеет более длительное проникновение в кожу, поэтому воздействует постепенно, без раздражающего эффекта. Она используется при гиперпигментации и часто в антивозрастных средствах. И последнее – это PHA-кислота, самые мягкие кислоты. У них скромный отшелушивающий эффект, но зато они почти не повышают фоточувствительность кожи. Подходят для чувствительной кожи, для атопиков и при розации. Подписывайтесь на наш канал, здесь много интересного.